опасаться за тепло, за воду, за чистое сооружение сейчас уже не приходится, потому что муниципальное унитарное предприятие города Ижевска вошло в наш район и уже заключили договор, в общем, перешло уже, это, заключили все соответствующие документы. Занимаемся по трудоустройству работников Чуровского завода силикатно-стеновых материалов, но люди уверены, что завод заработает. Я думаю, тяжелое время пройдет, и завод действительно будет спрос на кирпич, и завод будет работать.